Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Эдисон и Леонли Пирс. Всем привет! И, ребята, мы играем в новую игру, которая вышла совсем недавно, Rise Son of Rome. Да, в мультяк этой игрушки. Да, мы играем... Потому что кооперативнее получилось пройти сюжетный. Да. Так, а нет, мы так надеялись. То есть его просто нету. А это да. Такой кооператив, просто мы выживаем на картах, на различных картах в Колизее и что-то вот в этом роде. Да. Но мне кажется, что это тоже, в принципе, нормально так будет. Интересно. Да, просто развеяться, знаешь, от прохождений наших. Да. От наших серьезностей. И, как видите, ребята, у меня костюм Крайзиса. Да, у меня какой-то тоже чудик. Да, всякие я такие... не помню, как он на самом деле назывался, этот костюм. Да, так, время. Казнить. Ну, тут дополнительный такой костюм всякий. Говорит, я понял, промахнулся, я ему руку отрубал. Я сразу двоих казнил, прикинь. Как? Да. Вот так вот. Просто одного начал казнить, он сразу перешел на второго. Так, что это такое? Понял. Бегут. Я понял, вижу. Так, давай. Главное держаться вместе. Ну да. Не отходим друг от друга. Иди ко мне лучше тут. Да я тут, это такое начало, то есть мне не кажется, что тут что-то будет. Но смотри сам. Так, тут смотри, какой-то кружок. Убегать, да, нужно? Наверное. Руку опять отрубил. На тебе. Я просто понял, как сказать, через ноги ему пролетел кувырок. И все, кувырком, да, через ноги вот так вот как-то прыгнул. Так. Плохо, что вот эти вот бомбы, которые они скидывают, они как бы не действуют на наших врагов. Да. Вот это немного не очень. Отлично. Так, сейчас. Фух. А, так, сейчас вот, видишь, нам спускаться. Нужно. А, да, вот сюда нам нужно. Да, я вижу. Спускайся и потопали. Подземелье. На самом деле доставляет, согласись. Чего? Ну, вот такая вот система битвы. Ну. Похоже на Dead Rising совместный. Да, если честно, очень. Так. Так, сейчас нам естественно, сюда, да? Его не сравнить там с Dead Island. Так, нам сюда, да, залазить? А, Dead Island сюжет, а тут вот такая вот, да? Ну, развлекуха. Система боя. Тут сюжета ноль, да, именно в мультике. Да. Так. Ух ты. Охренеть. Ты видел, да, что это такое? Яростная атака у меня тоже врубилась, просто так. Яростная атака. Тоже? Это я включил что-то в этом. А, у тебя же как бы этот персонаж, он может на двоих это все, да? Да, да. Делать. То есть это ты отличного персонажа выбрал. Да. Если ты активируешь, собственно, например, ту же ярость, она и на меня действует. Это отлично. Так, я подберу сразу же. Ты можешь их приманить сюда. Сейчас, я там покажусь, в общем. Вот они уже идут. А, так. Охренеть, я уматываю их. Так. Нормально, все нормально. Так. Я их тут задерживаю сколько могу, а ты, как бы, в свою очередь, делай тоже все, что можешь. Так, я копья постараюсь побросать. Ни хрена себе, ты такой уворотливый-то. Жирдяй бесячий. Не ругайся, все нормально. Да просто они такие жирные, такие уворотливые, что фиг. Не уворотливые. Не подобрал. На тебе. Похоже, знаешь, как на Mortal Kombat. Жмешь все клавиши. Да, все подряд. И еще раз. Еще давай. Можно было уничтожить. Все. Замечательно. Спускаемся. Фух, я подберу копья. Замечательно. Смотри, какой-то. Ничего себе. Так. Что-то нереально какой-то. Да нормально, забьем. Еще не таких били, да? А у меня, смотри, полное здоровье. У меня чуть-чуть они не отняли всего. Так. Понятно. Смотри, как мы вместе, да? Вроде бы в одном теле. Да. Так. Какой-то он слишком. А, короче, я возьму копья. Смотри, попало копье. Я ему попал. Убил. Отлично. Ты его понял, пока отвлек, он меня не заметил. Да, да. Потому что когда перед ним целишься. Так. Смотри-ка. Давай откроем врата.
Давай, ты их иди туда выманивай, я буду с арбалета. Так, я открыл ворота. Иди ко мне. Да я их сыт. Воу-воу-воу, тихо. Я понял тебя. Но я сюда как бы их приманил. Ну да. И главное не промаж. Да я уже всех перебил, так. Один остался. Я уже всех перебил, понял, за шварцевая гвардия. Сзади стоят с битками, понял. Что нам делать? Это пульты появляются, говорят. Если воспользуйтесь котлами с маслом. Так, ну что, давай. А, нам нужно наверх, да? Ага. Так, стоп. Ух ты, дерьмо, это такое... Тихо, тут я хранил полную жизнь, а теперь ты смотри только. А, смотри, у меня активировалась ярость. Только у тебя, сразу и у меня. Охренеть, такой быстрый, да. Сразу. Нет, а самое главное, что ты теперь можешь разделить это все со мной. Ты же тоже, у тебя есть какая атака, но ты вообще не активируешь. Нет, ничего. Я ее активирую. Какая у тебя? У тебя просто бог выбран, Марс или какой, который разделяет свои способности с чужими. Если я свои активирую, то это только будет доступно для меня. Нет, во да. Всех нет. Если бы ты был внимательнее, ты бы прочитал, что под каждым врагом, под каждым богом написано, вот, смотри, что... Вот смотри, я молнию активировал. Ну. Видишь? Ты видел только да. Что? Но смотри, это... бей. Так, отлично. Ты пробовал это все дело? А чего пробовал? Ну я только что был активировал молнию какую-то, понял, и у него тоже как-то скорость добавилась. Видел? Я не бил врагов, я друг. А, ну жаль. Но я активировал, потому что ты говоришь, что я не активирую, но. Так, давай. Отойди. Сзади. Так. Ничего себе, как нам вот этот котел? Так, нужно вот так. Охренеть. Вот меткость. Я стою впритык в котла, прицеливаюсь в котел. Так. Я нечаянно выбросил. Главное кувыркаться почаще. Самая хреновая система, которая только существует, это вот это, обронить вот этот котел. И даже сюда так. Спуститься даже нельзя. О, смотри, что я видел, что я активировал. А что это идея, это какая-то, я не знаю. Я не знаю, может урон вокруг. Нет, ну смотри, тебя. Яростная атака у меня добавилась. Да, у меня тоже было. Мы их будем бесконечно бить, нам нужен этот котел. А, я понял, да, ну давай поищем немножко. Я в него прицелился, я в него так, выстрелил. Так, отсюда спуститься нельзя. Я, короче, поищу пока, ты их бери на себя. Какой же я сегодня добрый. Я не знаю, как вот это все нам сделать. Смотри, я его убью, но он ничего не делает. Нет, я знаю. Ни хрена себе, я так с одного удара убил. Так. Что это за хрень? Я бью котел, он не падает. Так, я, короче, на низу поищу все, что нам нужно. А сзади я видел, да. Я сейчас побегу назад. Я тут сзади видел копья. И пока я их там. Отвлекай. Так, замечательно, я взял копье. Так. Что такое? Да, котел конченый. Да, не нужно его бить, его можно только как бы сбить. Слушай, копьем. Я в него прицелился, впритык. Я в него выстрелил, так. но копье полетело вверх. Все, все, смотри, я активировал. Бред, все нормально. Так, я поджег это все дело. У них теперь пылает, смотри, как побежали. Вы чё, паскуды? Такое типа. Это наша территория, ребята. Ух ты, нихрена. Бей. Давай. Охренеть. Они просто стоят на месте в это время. Это они как бы в замедленном, да, ну, что да, ли? Да, что-то такое. Истые, что-то такое. Давай. Так, отлично, у меня активировалось, понял. А, можно было ответить, но... Так, я в принципе на тренировке... Воу, какая-то, не знаю, лажа с FPS-кой, что ли. Вновь только что произошла, но да ладно, она восстановилась в принципе. Так. Да, отлично. Да, вот это вот игрушка иногда. Так, лагает. А тут какой-то босс, в общем, пришел. Гал какой-то. То ли не гал, это же... Так, все, FPS восстановилось вроде бы. Так.
Так, я его бью. Помогай мне. Малыми не занимайся, то есть. И тут один тоже сильный босс со щитом. Давай, давай, давай. Есть, отлично, я его убил. Кайзи сработала. Отлично. Давай. Давай, 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 давай. Команда, бро. Все, всех перебили. Понял, тим мясорубка. Отлично. Так, ни хрена себе. Так, а ну я активирую, смотри, способность. Бей, бей их. Отлично. Да, у меня тоже. И она намного сильнее, чем моя. Все, смотри, я убил босса только что, слышишь? Да. Я убил только что одного босса, сейчас нам еще одного осталось. Так, смотри, у меня жизни полные. Вот это я в ударе, ё-моё. Так. Это замечательно. Это то, чего мы ждали. По крайней мере, да, чтобы отдохнуть, например, от прохождений, да, повеселиться, это то, что нужно. Похоже на Dead Rising очень сильно. Так, во-первых. А ну, давай, попробуй активировать все это дело. Попробуй что-то активировать, у тебя доступно? Да уже активировал. Так, ну я, в принципе, убил вот этого вот петуха. Так. Так, мы выиграли. Ух, продолжаем, да? Я не знаю. Продолжаем все это. Победим Рим, ну да, Рим. Нам еще один раунд нужно выиграть. Да. Мы, в принципе, натренировались, да, более-менее? А, не прямо. Смотрите, что? Кровавый финал. Ну давайте посмотрим, что они нам предоставят, сыночки. Ух. Вот на этих заставках всегда лаги такие, мне кажется. Да-да, вот именно заставки, это какие-то лаги. Хотя у нас топовые ПК. Собирай вот эти. Так. Что нам тут нужно? Да. Ух ты, уже нападают. Так, да, я вижу. Так, я вот эти вот стрелы возьму. Почему же? О, оно не бралось. Так, да, не берется стрела, вот понял. Стоит и в ладони шлепает. Да, давай, Кась, быстренько. А я украл. Так, куда нам? Все, я забрал. Так. Выполнено. Ну, по прямой. Ага. Так, если что, знаем, дайте копья. Так, разбиваем. Отлично. Так, вот это вот нужно, да? Давай я, короче. А ну отойди, отойди. Там, ну ё-моё. Короче, перебью. Оно, короче, не целится. Тут такой конченый прицел. Нет, вот на предыдущих целилось, а именно на этом месте почему-то не целилось. Давай, давай, давай. Поигрался с ним, думал, что он будет бить, отбить атаку, и потом можно будет казнить очень легко. Так. Приспешник врага убит. Отлично, я тут изучил пару контрприемов. А давай, я активирую вот этот. А, нет, у меня пока недоступна мана. Так. А у тебя несколько есть, да, супер приемов этих? Да нет, один. И у меня тоже один, потому что я думаю, можно как-то выбрать. Но нет. Так, охренеть. Ты только что что-то активировал, да, я так понимаю? Да нет. Потому что мы что-то тогда в ударе были. Не, у меня нет. Так. Так, давай, разбивай, паскуда! Ух, я только что мог казнить очень хорошо. Так, мне нравится, как он так вот, знаешь, мечом делает, крутит его, типа, эй, ты, детка, сюда! Давай, давай, давай! Отлично! Нет, слушай! Что? Я вот этот перекинул, вот этот котел без копья, я не знаю как. Да? Да. Ну ты просто гений. Да не, я случайно. Так я же ничего не говорю, я наоборот благодарен. Так. Побежали дальше. Их и так, да, их бесконечно, нам просто нужно бежать. Я понимаю, да. Все нормально. У них хрена себе они меня так бахнули вдвоем. Но жизни у меня, смотри. А, давай я, короче, к следующему котлу постараюсь зажечь. Разделимся немножко, не надолго. Если что, кричи. А, знаешь, как его переворачивать? Как? Щитом ударить. Да? Да. Ё-моё! А мы тупили. Так, все, я перевернул. А мы тупили, а да? А мы так тупили, что умирали. Ну, не умирали, но... Ну, я чуть включать вот эту хрень или нет? Потому что прицелы, как видите, да, не да, хотел... Да, прицелы очень какие-то. Ну, в принципе, опыт приходит с практикой, как говорится. Ну, поэтому да. Вот убейте врагов, атакующих храм. А, короче, я активирую что-то. Давай. Да, потому что тут босс. Давай.
Так, все, у меня закончилось это дело. Помогай мне тут. Короче, На меня и так тут нереально накинулось. Я пособью и толстячка. Охренеть, мне нравится. Оставайся или умри. Нет, чувак, я с тобой не согласен. Почему я с тобой не согласен? Я включил. Да? Да. Не знаю, у меня почему-то ничего. Может, потому что мы далеко, вот что. Да, можно. Давай, я могу убить босса. Все, я его убил, прикинь. Это толстяка вот этого. Так, замечательно. Ах ты, Христос. Здоровье восстанавливается. Слушай, здоровье восстанавливается тогда, когда ты казнишь кого-то. Да. Давай, я казнь делаю. А, не успел. Все. Заходите и удержите. Нам нужно удержать храм. Смотри, у меня полное здоровье вообще. Замечательно. Я почти. Сзади! Это в кухне. Можешь курить? Нет, пока что не нужно. Что? Ну, включай. Сейчас. Врубим. Давай. Сказал, пока что не нужно, он врубил. Потому что их очень много, смотри. И толстяков много прибежал, поэтому я врубил. Ничего себе, я толстяка бил. На этом всем деле. И он все равно, смотри. Так, на эти кнопки не нужно наступать, потому что видишь, вот эти вот всякие шипы от ворот вылазят. Так. Фух. Смотри, у нас тут ячейка Восторг, это типа... Ну, нами, публика, да. Да, публика радуется. Так, восхищается. А что это вот это задвигается и раздвигается? Вот да, декорации. Так. Отлично. Уже половина. Так. Команда, да? Главное держаться вместе, потому что, знаешь, суперспособности не работают, когда вместе держатся. Так, вновь какая-то FPS-ка просела что-то на этом месте. Фиг его знает, я пока вот тут вот, наверное, постою. Да. Ты правда говорил, да? Переход на новую вот эту вот штуку повлияло. Ну да. Не, ну оптимизация на самом деле шикарная, просто в некоторых местах бывает. Да, вот бывает. На тех особенно же заставках. На заставках вообще вот, капут. Так, я пока еще не делаю, потому что это просто кошмар. Все, замечательно, у меня прошло все. Так. Я помню, у меня когда-то такая штука была на стримах, когда я битрейт очень высокий делал, но я потом все нормально сделал, но... Все выполнено. Да, отлично. Куда я бью? Что-то по воздуху, понял? Убейте оставшихся варваров. Народ Рима заслужит битвы, достойной этой великой арены. Ага. Ничего себе, смотри. Активируем. Давай. Я активировал. Быстрей, бей. Я тоже активировал случайно. Ну ладно, давай. Может, двойной какой-то урон. Отлично, смотри, босса бьем. Капец. Убегай. Сейчас гуляет. Нет, не сейчас. Видишь, когда кружочек, смотри, служивается, только тогда, вот. Все, убил. Они, смотри, вылазят с дырок, я заметил вот. Да. В чем прикол, так. Давай, отлично. Все, я открыл мост. Так. Сейчас ждать нужно, пока я он там. Убил чувачка. Казнь рекрута, и мне далась награда какая-то. Так, комбо 5x. Мне странно, вообще не коцает. Ну, коцает, но как-то я быстро восстанавливаюсь, потому что я казню много. Так, развлечения, забавно. Давай я как-то публику развеселим, что ли. Так, забавно. Смотри, набирается, да, у них как-то, когда это все дело нормально накаляется. Давай, активируй вот это. Давай, я активировал. А! Замечательно, у меня еще и FPS-ка что-то на этом деле. Замечательно, смотри, восторг у всех. Ну, понятно, так месяцами. Так, а что ж это такое? Ну да ладно. Просетка какая-то FPS-кой моей. Так, посмотрим потом. Перезагрузка, я вроде бы тогда решил, что-то опять начинает все это дело мутиться. Так, сзади нас толстяк. О, все, нормально, прошло. Как видите, это на полминутки, не более, наверное. Даже какие полминутки. Бегай! Да. Смотри, больше кружков стали делать, да? Ну да. Все, нам нужно перебегаем через мост. Нет смысла стоять на одном месте. Я кабана убью, короче, и все, замечательно. Потому что тут нам нужно уничтожить вот эти катапульты. Я тебя понял. Так, быстрее. Так, мне чуть тосички не забили. Так, ну что, уничтожить нужно что-то, да? Да. Перевернуть котлы.
Ну, я сейчас переверну один. Я уже перевернул один. Так, я второй. Бегу переворачивать. Давай. Так, перевернул. Тут их очень большое количество. Включаешь или я включаю? Врубил. Все, врубил. Тосичков стараемся бить. Да. Сейчас я включу. Так, замечательно. Я включил. Да, вижу. Отлично просто. Ух, так. А прокачивать эти наши способности можно? Да, будет? Потом, мне кажется, можно будет. То есть. Да. Там все можно прокачивать, мне так кажется. Убейте оставшихся варваров. Так. Ну, в принципе, нам нужно сейчас. Это не проблема. Так, я активирую. Не-не-не. Я могу активировать, но. Активировать? Да, давай, убьем. Толку, мы походу прошли. Все это дело. Ты там давай. Давай. Замечательно, казнил, руку ему отрубил и плюс голову. Замечательно. Ух! Все. Тим мясорубка выиграла. Установите мир и восстановите порядок. А сейчас так, что? А порядок это какой? Публику утихомирить или что? Так, защитить императора. Смотри. Там, да. Это, собственно, памятники. Нам нужно защитить его. Ну, я понял. Вот этот вот памятник, чтобы не разрушили. Так, нужно... Ни хрена себе, смотри, сколько. Да. Они похожи на галов, знаешь, да, как в Астрице? Да, да. Было, помню. Так, я не могу пока активировать вот это вот дело. Смотри, они там... разваливают, падла. Так, у меня опять что-то просело. Беска. Отлично. Скука, смотри, у зрителей нужно что-то предпринимать, в общем. Они все разрушили уже память. Да? Да. Ну а как мы его защитили, да? Их такая толпа. Ну да. Как мы его защитим? Ну да. Так, опять у меня что-то Все замечательно. Я пока что не могу активировать вот это. Так, а ну, давай я попробую. Нет, не могу. Я активировал. Давай. О, замечательно. Охренеть, сколько их. Так, сколько восторг сразу. Развлечение. Я валю оттуда, потому что это капут. Да, я тоже. Но я, в принципе, немного здоровья лишился. Так, ты где? Ты где? Ну как я тебе скажу, где? Так, забавно тут. Помоги мне, потому что я сейчас умру. О, ни хрена себе, но я, в принципе, на них все внимание привлек. Так, ты где? Я тебя не вижу. Так, уже вижу. И на тебе, кинжалом. Так, ну что, а ну попробую я активировать. Активировал. О. Давай. О. Давай. FPS-ка просетать, конечно же, но не знаю, в чем эта проблема. А, просто знаешь, вот иногда такой аж до 10 такой. Угу. Так. У меня тоже, но это игра такая. У тебя тоже до 10 аж, да, прямо иногда было? Иногда так. Вот иногда вот такие... Уровень гладиатора увеличен, прикинь. Я активирую. Я тоже такой. Я активирую. Так, давай. Все. Вот смотри, какой-то тут босс стоит тоже. Я валю отсюда. Так, отлично, замечательно. Так. И на тебе. Да. О да. Убил. Ух ты, тихо. Ты чё, разошелся, смотри какой. А, тут резкие, смотри, какие-то пришли. Да, да. А нам нужно их убить, да. Да. Я активирую. Давай. И я активировал нечаянно. Ну да ладно. Ах ты ж. Они друг друга тоже могут бить. Так. Этих пузатые с этими щитами. Да, вот пузатые, вот такие вот они проще. Смотри, я много как бы... как их казню, вот. И у меня полное здоровье. Ну да, ну я же сказал, что оно восстанавливается здоровье, когда ты казнишь кого-то. Не знаю, пока, может он кровь успевает захватить, пока все это отрубает. Ну да. Так.
Так, ну понятно, это еще не все в третьме. То есть нужно богов таких выбирать, которые нормальные характеристики дают. Команда мясорубочка! Розовый мопед! Вперед! Давай! Ого! Вот опять люблючий. Ну, я говорю, так, это. Это кто? Так, раунд выиграл. И only first. Все, это мы прошли. Это мы прошли. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось. Все вполне отлично, да, было все это дело? Повеселиться мне, можно. Мне, например, понравилось, да? Всем удачи и всем пока. Не забываем, что если хотим больше таких, такой рубрики, то ставим лайки. И подписывайтесь на наши каналы. Всем пока.